Сегодняшняя тема. И нет, мы не ошиблись, Евро-2020 действительно проходит в текущем, 2021 году. Оцениваем красоту главных футбольных героев в галерее «Российская команда», увы, потерпела обидное поражение от Дании и вылетела с чемпионата, зато есть какие навыки прокачать на досуге и чему поучиться от европейских коллег. Если у тебя есть силы это смотреть, слабонервным и беременным лучше воздержаться, но предлагаем вспомнить тот самый матч, который заставил нашу сборную вернуться домой. Звезды умеют удивлять. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.